Башкортостан передаст в федеральную собственность несколько участков региональных трасс общей протяженностью 350 километров. Сейчас формируется необходимый пакет документов, сообщили в республиканском Минтрансе. Сменится собственник у трассы Уфа-Пермь общей протяженностью по Башкортостану 216 километров. Почти полностью готова к передаче автотрасса Орск-Сибай-Магнитогорск-Южноуральск-Челябинск, 133 километра, который проходит по территории Башкортостана. Туда входят такие дороги, как Акъяр-Сибай, Акъяр-Новочеркасск и часть участка Магнитогорск-Ира. Данный маршрут в настоящее время уже включен в план перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2028 год. Необходимый пакет документов по республике и Оренбургской области подготовлен на 100%. Готовность документов по дорогам, проходящим по Челябинской области, ожидается до конца текущего года. Передача трасс в федеральную собственность снимет с республики обязательства по их ремонту и содержанию, а на освободившиеся в бюджете средства можно будет привести в порядок дороги регионального и местного значения. Добавлю, протяженность проходящих по Башкортостану федеральных магистралей составляет 800 километров, региональных дорог – 13,5 тысяч километров.